Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармат». Шановні, я вам обіцяв зараз про те, що ми будемо говорити про новітні технології в системі безпілотної літальної авіації. І так, з нами зараз на зв'язку Юрій Касьянов, військовослужбовець та фахівець із аеророзвідки. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго вечора. Тільки фахівець з аеророзвідки, це вже трохи застаріло. Давайте виправимо. Просто фахівець з безпілотних апаратів, напевно, так буде краще. От, їх застосування, виробництво. От так і зробимо. Коригуємо, бачите, один одного. Дякую. Вам прилетіло за наше минуле спілкування відкрити військову таємницю? Ну, мені завжди прилітає. І, ну, останній раз прилетіло в тому вигляді, що керівництво високе зовсім перестало зі мною спілкуватися. А я б не хотів би порушувати цю комунікацію. Я думаю, що навпаки... Ні, це дуже класно. Навпаки класно, тому що їм, напевно, нема чого мені сказати. А мені вислухувати всяку єресь теж вже надоїло. Які ваші пропозиції, щоб не вислуховувати єресь і з розумінням того, що росіяни свою економіку мілітаризують максимально, так, і ми з вами ще поговоримо про можливості РФ в плані безпілотної літальної авіації, але спочатку ваші пропозиції. Ну, мої пропозиції трохи послухати мене, і було б дуже корисно для нашого військово-політичного керівництва слухати там мене, слухати Сергія Флеша, інших людей, які дуже обізнані в цих темах, будь-то там безпілотна авіація чи средства радіоелектронної боротьби. Ну от слухати фахівців. Ну, нас зрештою... дуже багато зараз дилетантів, розумієте, всякого роду, проходимців, які керують всім. Зрештою, медіа, вони по своїй природі є такими посередниками між сторонами. Якщо не працюють традиційні зв'язки, то, ну, доводиться про це говорити ось так, в загальнонаціональному ефірі. Ми почнемо, власне, з того, що відбувається у наших ворогів. Ви подаєте такі, я би сказав би, сигнали СОС щодо того, що Росія налагоджує масове виробництво безпілотників. Як ви оцінюєте можливості ворога в збільшенні такого виробництва? І за рахунок чого? Ну, це я перейду на російську мову, мені так простіше трохи поки що. Це не сигнали СОС, на самом деле, якщо ви читали мене, ви читали, то я давно пишу про це. Про эту тенденцию, что мы отстаем в области БПЛА. И в этом, наверное, нет ничего удивительного, потому что даже на 2014 год, на начало войны в 2014 году, у противника уже было порядка 1200 беспилотников разведывательных типа «Орлан», три десятка форпостов, там залы разные, были коптеры разные, а у нас на тот момент не было ничего, кроме того, что мы покупали в магазинах, тащили на фронт и пытались использовать. И все эти годы противник планово наращивал производство, выпуск беспилотников, а мы планово пошли задних. То есть у нас тоже все-таки что-то росло. Знаете, у нас любят говорить, там, скажем, такие сакральные фразы: «Порошенко создал армию». Или, скажем, говорят, вот если бы не Минские договоренности, у нас не было передышки создать армию. Но в это же время противник тоже что-то делал. У нас как-то это противник, мы не в вакууме, и противник не в вакууме. Пока были вот эти Минские договоренности, противник создавал первый и второй армейские корпуса на оккупированных территориях, создавал новые дивизии, новые почти армии, ну, восстанавливал старые армии. И наращивал производство БПЛА. Если мы, скажем, какой-то в лучший год производили там до 250 беспилотников, я имею в виду типа «Лелека», типа «ПД», вот, типа «Фурии», ну, разведывательных, то противник производил 1000-2000.
То есть, знаете, это как черепаха, которая за конем бежит, и она никогда его не догонит. Для этого надо принимать какие-то кардинальные меры. В начале этой войны мы оказались немножко, по сравнению с противником, в более выгодном положении, несмотря на то, что мы проигрывали постоянно эту гонку. Потому что у нас в силу децентрализации разных процессов, у нас армия была достаточно сильно насыщена коптерами типа «Мавик» для ведения разведки, коптерами со сбросами. Потом у нас появились раньше, чем у противника, FPV-дроны. На самом деле они появились еще в 2014 году и начали использоваться. Ну, вот моя волонтерская группа делала такие коптеры еще в августе 2014 года. Ну, массово они стали пользоваться с начала 2023 года. И для противника это была большая неожиданность. И мы имели некое преимущество, некую фору, учитывая то, что у нас постоянная нехватка боеприпасов, нехватка тяжелой техники, да порой даже и стрелкового вооружения современного. Вот. А потом случилось то, что должно было случиться. Русские долго запрягают, зато быстро потом едут. Они, мало того, что они и купили и шахеды, и построили производство шахедов, и ланцеты у них неплохо себя зарекомендовали, они тут же мигнули, что за FPV-дронами будущее, и начали не раздавать задания строить дроны на кухнях, не ориентироваться на малосерийное там волонтерское производство. Они тут же начали перепрофилировать разные заводы или создавать заново, даже хлебобулочных изделий завод в Саратовской области перепрофилировали под производство этих дронов. Нанимать сотни и тысячи людей, учить их, вкладывать огромные деньги в закупку комплектующих, порой скупая у нас перед носом в том же Китае вагонами комплектующие. И делать эти дроны уже, знаете, такой серьезный поток, когда они серийные, они проверенные, они одинаковые, что немаловажно для бойцов, потому что когда идет всякая, знаете, пересортится, разные дроны по-разному летают, и все это везут на фронт, это приводит к тому, что половина дронов теряется тут же. Ну и, и в итоге мы уже к концу прошлого года мы стали очень сильно отставать в области FPV-дронов, а FPV-дроны стали, я может быть, и уже решающим оружием на фронте в ближней зоне. Потому что они заменили с собой и стрелковый бой, по сути, заменили, и снайперские засады заменили, потому что сейчас не надо сидеть в засаде снайперу, там выжидать, когда противник подойдет, там где-то будет, и потом его убить на большой дистанции. Потому что дрон может долететь и на 10 километров и убить того же противника, пока он моется в бане. Они заменили минометы, они заменили АГС, автоматические гранатометы, они заменили полевую артиллерию, противотанковые средства, ПТУРы и так далее. Не полностью, конечно, потому что дроном, для дронов очень важна в том числе погода летная. Да? Когда погоды нет, вот идет сейчас дождь, густой туман, и дроны в такую погоду неэффективны. Но, тем не менее, они заменили очень много на войне всего, всяких видов вооружения. А мы опять уступили противнику. Мы заявили громко с пафосно, что мы создадим 1 000 000 дронов в этом году. Хотя уже было понятно на ноябрь-декабрь по темпам расходования дронов на войне, что 1 000 000 в этом году FPV-дронов — это, скажем, треть от требуемого. Треть. Уже было тогда понятно. Ну, понимаете, 1 000 000 дронов красиво звучит, так же, как и 1 000 000 деревьев. И вдруг оказалось, когда вот громко об этом было сказано, и было сказано, что будет еще 100 тысяч там дронов средней дальности, так, порядка 100 километров, 200 километров для поражения цели, и там 1 000 дронов большой дальности, и надо еще и разведывательные покупать, разные дроны. И дроны-бомберы тоже нужны. И вдруг оказалось, что денег-то нет. Пане Юрию. Я опять же много раз писал об этом, сейчас я закончу, вот секунду, что денег нет. И 2 месяца фактически никого не контрактовали. Сейчас понемножку стали давать контракты,
Но вот Федоров даже, по-моему, сегодня заявлял, что мы не сможем выполнить эту программу, потому что в государстве нет денег. Я думаю, это мое такое мнение. Если хорошенько трухануть коррупционные схемы, так и деньги посыпятся. Тут несколько дней мы рассказываем про справу такой компании, яка називається Львівський Арсенал. І інсайдери мені кажуть, слухайте, до що ви вчепилися? Це взагалі не найбільша історія. Але питання в іншому. До речі, відчувається, що ви рівновіддалений від центрів влади, тому що дісталося і стратегії Порошенка, і стратегії Зеленського. Але питання наступне. Ви згадали про людей, які нічого не розуміються, не розуміють в безпілотній літальній авіації. Але ж мають бути якісь об'єктивні показники. І от, як на мене, ці показники мають бути від військових, так? Які мають сказати своє слово, що там певні розробки чи моделі від дилетантів їх просто не влаштовують. Тому що я ж так розумію, що на це витрачаються державні гроші. Ну, розумієте, військові – це дуже-дуже таке широке загальне поняття. Це, як казати, там, від громади. Да? А хто буде цю громаду представляти її інтереси, озвучувати? Слухайте, ну є ж ці посадовці в, як це називається, в департаменті закупівель, наприклад, мають проводитися якісь експертизи. О, от це вообще страшна біда. Департамент закупівель я просто би розогнав в один момент про до останнього чоловіка. А у нас зараз ці агенції закупівель. Агенцію оборонних закупівель я розогнав би повністю, крім начальниці Марини і її зама Максима музыки, потому что я много с ними общался, это катастрофа просто. Это люди, которые привыкли все, что можно покупать, и все везде, где можно воровать. Это интриги, это люди с другого мира, с другой планеты. Им, в принципе, все равно, в какой стране жить, и здесь им комфортно живется, потому что они знают, как замучить поставщиков таким образом, чтобы им предложили взятку. И, знаете, во время войны это просто саботаж и диверсия. И, понимаете, вы начали с военных, опять же, какие военные? Вот есть у нас в бригадах созданы роты, отдельные роты БПЛА. Была такая инициатива, опять же, Федорова, еще Геращенко, который тоже в этом участвовал, Антон, который... И оно вот как-то так нормально закрутилось, получило одобрение Залужного. И вовремя были созданы эти роты. Даже в некоторых бригадах уже доросли до батальонов. И это очень классно. Но вы же понимаете, что командир роты, его мнение это одно, командир взвода это другое, там, полетной группы. А мнение командира бригады это третье. И вот у нас, как правило, вот это среднее, управленческое звено на уровне там бригады, на уровне управления БПЛА армейского, оно тоже чертовски далеко вообще от понимания роли дронов и привыкает считать дроны просто количеством, мало задумываясь о необходимости обучения личного состава, там, тренировок, о том, что необходимо комплексно применять дроны вместе со средствами РЭП или другими вооружениями совместно. Вы знаете, у нас в армии, к сожалению, очень много бестолковости, и порой дронщиков, я это на своей шкуре испытал, от дронщиков требуют одно — это заполнять журналы боевой подготовки. Так у нас же цифровизация, пане Юрію, цифровизация в армии відбувається, в тому числі, и в Министерстве обороны. Безусловно, цифровизация відбувається, все на папері. Я вам скажу, вчора мене визвали в часть, очень срочно, очень надо, приїжджаю, в чому проблема, надо дати було свої дані, які на любого воєнослужащого, вони є в строєвій часті. Там, яке училище закінчив, коли, чому, ще якісь моменти. А я говорю, я же вам эти данные давал, и не только вам, там, начиная с военкомата. Почему надо было меня вызывать? Почему нельзя было по телефону это выяснить? По телефону это выяснить, это для них унижение. А вот почему нельзя было узнать? Потому что
Компьютер, на котором есть эти данные, он сейчас выключен, потому что человек, который сидит за этим компьютером, он отсутствует. И вот поэтому там отрывают командира от работы беспилотного подразделения и вызывают, и говорят, вот скажи. Вот так у нас работает везде все, и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе, и в управлениях родов вооруженных сил. У нас то, что это называется, любят говорить «ставок», вот Марьяна Безуглая часто пишет или там говорит, я с ней тоже общаюсь, кстати, что это все совок, пережитки совка. Я говорю, это не совок. Это глупость, которая уже здесь сейчас родилась. Потому что люди, которые это делают, они уже, даже многие из них родились позже того момента, когда совок умер. А ви можете это пояснити, я там, пане Юрію? Ви можете пояснити? Тому от я розумію, ну, цифровізація на папері – це оригінально звучить. Я це розумію. А де ми втратили момент, коли наші Збройні Сили виглядали дуже інноваційно? Ну, от згадати наступ росіян на Київ, і вся ця координація з людьми, які там через мобільний зв'язок, із смартфонами повідомляли, де ворог пересувається, оперативно наносились удари по ньому. На якому етапі ми почали відставати? І зараз говоримо про цей совок. Ви знаєте, Збройні Сили тоді і зараз вони не були ті ж самі, я так вам скажу. На самом деле, почему так было эффективно под Киевом особенно, я сам участвовал во всех этих заварушках и могу гордиться тем, что мои люди, в том числе абсолютно гражданские люди, и даже один ребенок 14 лет сделали очень много для обороны Киева. И участвовал в этой работе даже Арестович беглый, через которого я передавал данные о нахождении вражеских, прохождении вражеских колонн, на местах дислокации на Макаровском направлении. Так вот, все это работало именно потому, что оно не работало через армию. То есть все это работало потому, что штаб фактически не работал. Там людям давали золотые звезды героев, но на самом деле, вы знаете, когда несколько раз подряд генеральный штаб объявлял о том, что взяли Макаров, а мы его даже не отдавали противнику, то это выглядело смешно. То есть были и работали горизонтальные связи. Работало вот просто отношения между людьми, минуя всякие штабы. Можно было поехать туда, куда-нибудь под Белую Церковь и взять оттуда батарею Национальной гвардии, артиллерии, потому что она была тут нужна, и договориться, она открывала огонь. То есть мы работали по горизонтальным связям. Это была децентрализация как раз управления, поэтому это все работало. И можно было приехать в Киев и договориться, взять там партию оружия и боеприпасов, или топливо, или взять денег, потому что надо было людей кормить, и это все работало. А вот когда враг ушел из-под Киева вынужденно, когда вернулись бюрократы, которые сбежали, по крайней мере, до Буковеля, вот они тогда опять взяли верх. И сейчас мы пляшем под их дудку. Я об этом несколько раз говорил, что все опять шикарно заработает, когда противник вновь окажется под Киевом. Не дай бог, конечно, но это такая, знаете, такая горькая ирония. От дивіться, у нас зараз 2 хвилини лишається, так? Давайте так дуже швидко, навіть одна, мені показують 1 хвилина. Дуже, дуже коротко. Гроші виділяються на неефективні рішення в сфері БПЛА? Ні. Не виділяються. Що потрібно зробити? Ніхто просто із них не знає, що таке ефективне рішення. От в чому проблема. Ми починали з ваших рекомендацій. Як змінювати зараз ситуацію? Можливо, її просто переламати потрібно на нашу користь, зважаючи на те, що роблять росіяни з виробництвом безпілотників. Ответ короткий. Надо назначати людей, які знають, як це робити. Надо назначати настоящих спеціалістів в цій області на руководящі пости і давати їм максимум повноважень. Зробити це може тільки президент. Дякую. Юрій Касьянов, військовослужбовець і фахівець із безпілотної літальної авіації, з нами був на зв'язку. Періодично ми
заміряємо, так би мовити, температуру в цьому плані, і розуміємо існуючі загрози у вигляді ворога, який свою економіку максимально намагається мілітаризувати. Шановні, дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.